Стресс и вот эта вся драматизм, который мы с вами переживаем, обусловлен тем, что мы вынуждены внешними обстоятельствами начать растить эти шипики, формировать новые нейронные связи. А что для мозга формирование новых нейронных связей? Не только затраты. Это еще просто ужас. Потому что прежние нейронные связи говорят о том, что я выживаю. То, как я раньше жил, было сопряжено с тем, что, может, не очень хорошо, но я был жив-здоров. Жил. А теперь, когда нужно полностью перестраиваться, непонятно, чем дело кончится.